Виртуальные сыщики. Крупнейший в России региональный центр реагирования на кибератаки открылся в Нижнем Новгороде. По заявлениям экспертов, за 2018 год на различные компании в Нижегородской области было совершено более 5000 кибератак. Защита от таких нападений и есть основная цель центра. Это кабинет дежурной смены ребят, которые занимаются тем, что выявляют атаки хакеров на различные компании. То есть их задача поймать атаку, провести мини-расследование этой атаки и дальше уже там противодействовать ей по мере возможности. Хакеры — это организованная группа, которая в первую очередь зарабатывает деньги. Они проникают в инфраструктуру компании и дальше либо напрямую могут выводить деньги, либо крадут информацию. Здесь девушка, она непосредственно работает с консолями систем, которые позволяют выявлять кибератаки. Кредитно-финансовые сферы, организации — самые распространенные атаки. Цель хакеров — это просто украсть сколько-то денег, либо нарушить работу систем. Мои инженеры, они проводят полноценное расследование наподобие Шерлока Холмса. То есть мы включаем дедукцию и начинаем разбираться, что конкретно произошло и на какие это угрозы несет. Мы отражаем день порядка 300 атак, наш отдел. Мы цепляемся за какие-то следы, которые хакеры оставляют в системе для дальнейшего вторжения в систему. И на основе этого выявляем закономерности и сообщаем заказчику о том, что необходимо принять меры, чтобы на них не была произведена атака. Нижегородская область является одним из лидеров России по развитию IT-индустрии. У нас третье количество IT-профессионалов по числу среди субъектов федерации, поэтому не странно, что подобные центры появляются именно здесь. Наши предприятия активно используют IT-решения, и они, как никто другие, заинтересованы в том, чтобы их бизнес был стабильный, в том числе в сфере кибербезопасности.